намечены на достижение мусульман, которые находятся в селах, в дальних регионах. Мы собираемся по домам, так как у нас домашние церкви, мы собираемся по домам без восхвалений, без хлопания в ладоши, когда мы читаем. И вот за дастарханом, да, как будто мы пьем чай, и мы вот так вот имеем общение. Потому что как только они открывают свои дома, для того, чтобы там могли собираться люди, сразу начинается гонение. Гонения систематические, гонения постоянные. ОД вообще начало помогать это 13 лет назад, чтобы я прошел курс лечения по сахарному диабету. Потому что сам бы я никак это не потянул. Для церкви, конечно, их помощь тоже очень ощутима. Оно дает понимание, что ты находишься в такой многочисленной братской семье, что в самый даже трудный момент, да, к тебе придут на помощь. Это большое ободрение.